иду, у солнца на выду, уже выходит и нам встречать и радость, и любовь, я светлый день. Замечтал, Скорпой Иванович. Вижу, закрутила тебя с потрохами, моя племянница. Не журись, любит она тебя, землячок, знаю. Эх, Карпой Иванович, ветер у нее в голове, вот в чем дело. Характер. Ничего, обломается. Семьей обзаведется, на якорь станет. Девчата, кто там едет, знаете? Афишу в городе видели? Эх, не то что наша, печатная. Не кажи. Бичок таки він добрачий в цих місцях бере. Та який там бичок? Глос, та і той коваль біля. Вот это поет, а? Хорошо.
прекрасно. Вам нужно, Виталий Аркадьевич, знаете, что сделать? Да-да. Снять эти модные штаны. Штаны? Будь я композитором, как вы, я бы всю жизнь писал вот такую музыку, вот такие песни. Благодарю за совет. Последнее время, Савва Петрович, вы из сил выбиваетесь, чтобы сделать из меня музыканта по вашему образцу. Что же вы молчите? Так, ничего. Пожалуйста, Гуська, моя Гуська, рятуйте, люди добрі, допоможіть, громадяни, Гуська. Гуська за бортом! Ну чому ви, дівчата, знову скаліться? Вітер міняється, унесет гусака в Турцію. Вашою музикою, що вам біло-чорним бачити. Така, така хороша гуська. Що вам вуха позакладало з вашою музикою. Куди ти? Куди ти прыгаєш? Неудобно. Ей, подвинься, подсади. Не подсажу. Подсади, Васенька. Не подсажу. Вася. Тоже выдумала. Ну что ты понимаешь в музыке? Комедия какая-то получается, честное слово. Все свистишь, свистишь, как мальчишка. А вот когда за ум возьмешься, неизвестно. В твои годы люди уж специальность приобретают, а ты... Рыб принимать не захотела. В конторе бумаги переписывал, тоже бросила. Вперед засольщица. А завтра неизвестно, какой ветер у тебя в голове подует. Через два дня отпуск кончается. А мы с тобой не решили. Как ты дальше жить будешь, неизвестно. Ну вот что. Рыбу солить тоже дело важное. Через год вернусь, чтоб с этого места никуда. Ясно? Какой курс проложишь, штурман? По такому и пойду. Ну, то-то. И чтоб была первой засольщицей на всем берегу. Ясно?
Что прикажешь, все сделаю. Слушай, ты не хитри. Ты лучше прямо скажи, что задумал, чего хочешь. Хочу, чтобы на этот раз мы взяли 2 чемодана и купили до Одессы 2 билета. Ну вот, в Одессу 2 билета. А где мы жить там будем? И потом, знаешь, морякотки, строгость какая? Мы ж там видеться не будем. Придумал тоже, в Одессу. Ну ты разревелся. Перестань. Перестань реветь, как маленькая. Хочу чемоданы, хочу в Одессу. Все сразу хочешь, фантазерка какая-то. Ладно, куплю тебе 2 билета, только не реви. Отстань. Крутишь, ну, вертишь, как хочешь. Дурак я при тебе на веревочке, больше ничего. Да, да, да. Ну вот что. Чтобы не просто в Одессу, а в настоящий стоящий вуз поступать. Ну, можно на курс, например. На курс судовых радистов тоже неплохо. Представляешь, я штурман дальнего плавания, а ты радистка. И на одном корабле. Представляю, ты штурман, а я радистка. Би-би-би-би-би-би-би-би. Слух у меня как будто бы есть. А настоящих аплодисментов я давно не слышал. Гориб, в каждом городе гориб. Ха, чему тут удивляться? Поехали свет удивлять. А с каким репертуаром? Плывая чудо-рыба, хлопець-капітан, по щучому велінню, 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 по власному хатінню, 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 піймала я у світі, ой-ой-ой, найкращого у світі, ля-ля-ля-ля-ля, не наче судака, хлопчину моряка, хлопчину моряка. Репетирує. Ясно, откуда у нее вдохновение берется. Маэстро, маэстро, проснитесь. Ага. Есть дело, которое может поправить наши финансы. Финансы? Ага. Слышите? Поет. Гробовым молчанием. Девочки, милые, хорошие, любимые, ура! Завтра еду, еду завтра! Вася уже 2 билета купил. По
Так вот тебе резолюция коллектива. Остаешься готовиться к декаде. А Дарка? Люба. Ну, мне ведь на курсы радистов. Да знаем мы эти курсы, рассказываешь нам. А? Ну, по семейным обстоятельствам. Ха, по семейным. Подождет твой Вася. Не стари. Да и ты не стару. Ну, он настаивает. Требует. Да все они требуют. Все требуют, слышишь? А общественный интерес должен быть выше личных. Девчата, на сцену! Мы с вами знакомы, мы не хотим здороваться. А нас никто не знакомит. Как? На моем концерте. Я выступал на сцене, а вы... А вы на заборе пели. Здравствуйте. А вам понравилось? Очень.
И вот мы решили с товарищем Полинычем. Да что долго разговаривать, приглашаем в наш оркестр. Ой, ну что вы? Да разве я смогу? Сможете, конечно, сможете. Порепетируем, поработаем, сможете. Васенька, ну что скажешь? Я буду петь в джазе. Вася! Вася, зачем ты это сделал? Тише, тише. Вася! Вчера на курсы радистов, а сегодня карусель с музыкой. Вася! Вернись! Пожалеешь! Вася! Вася! Беда! Вася! Вася! Проснись, Вася! Вася, где ты? Вася! Вася! Абрам! Вставай! Беги! Стой! Ты знаешь, Софийка сбежала с проклятой филармонии! Бери Петра! Бери лодку! Догоняйте ее на кривой косе! Догоняй ее! Меня забыли! Ресницы мои где? Концертные ресницы! Мои, мои! Теперь уже наш оркестр будет на новом курсе. Правда? Ну вот. Сзади! Быстрее! Догоняйте на кривой косе! Приведите живую мертвую! Виталий Аркадьевич, ведь теперь мы будем уже другие песни петь. Правда? Да. Ну кажется, успели, как думаешь? Смотри, смотри, вот она! Я лягу на дорогу, а ты смотри! Стой! Встань, Петро. Встань, друже. Не надо. Как не надо? Она же проедет. Пусть едет. Пусть. Вась, ну подумай. Подумал. Не хочу унижаться. Переживем. Старая любовь не разживеет? Нет, давно выкинула из головы. Сядь. Чего?
Сядь. В случае чего бей по лундру. Я посмотрю на Васину кралю. Ну, долго, чак. Сидеть. Перекур. А мне этот номер очень понравился. И ударнику есть что делать. Например, вот это место. 17-й такт. Очень лирично. Или вот это. Это же Вагнер! В чем дело? Постороннего смещается. Кто посторонний? Мы посторонние. У нас здесь назначена репетиция. Правда, после вас, маэстро. Ах, самодеятельность моряков? Да. Тихо! Кажется, мы выступаем вместе. Так, так точно. В воскресенье вечером в 8 часов на вечере отдыха моряков. Очень, очень приятно. Люблю молодые силы. Смена, так сказать. Стараемся, растем. Люблю. Тамбовский волк тебе смена. Ну-с, обсудили номер. Я решительно против выпуска такого номера на зрителя. А план выполнять надо? Нет. Надо писать в филармонию. Да это ж Вагнер. Что? Говорю вам, Вагнер. Вагнер? Да. А Софийка? Разве ж для этого мы ее приглашали? А наш талантливый человек, какие хорошие песни пела. А теперь, на кого она похожа? Что вы с ней сделали? Вы, маэстро. Это верно. Другой бы написать, так приехал, а это ни за что. Эй, артисты, дуйте в контору, Софийке ультиматум пишут. Или вон из колхозной книги, или, словом, дипломатическая нота, вот. Ой. Дожились. Так вот. Дипломатическими нотами рыбачку не запугать. А делать будем так. Да ты же ничего не убираешься. Ну что, ты хочешь? Он. До Реми. Она. Она. А где же я? Амельский на афише. А где же Фарасюк? Он руководит. И я руковожу. Вася. Вася. Вася, задний ход. Ну, братцы, ну, не могу я сегодня выступать. Ты пойдешь. Ну, нездоров я. Слушай, старших. Можешь понять, нездоров. Ты пойдешь и на нее посмотришь, и выступишь в роли конферансье. Ясно? Ясно. Ясно. Умница. Виноват.
Почему ботинки не почищены? Виноват. Давка. Давка. Утром зайдете ко мне, растолкую. Давка. Начинаем выступление эстрадного оркестра под управлением и при участии Виталия Амельского. Извините. Он. Вам нашу молодую певицу. Она доставит вам гораздо больше наслаждения, чем я. Морской трамвай. Музыка вашего покорного слуги. Занавес. Объявите антракт. На выход. По местам. С ума сойти! Я говорю, с ума сойти! Такое платье и такой конфуз. Все хорошо. Прошу вас, мешайте, пожалуйста. С ума сойти! Вот именно. Вытянуть. Такое коленце на премьере! Ах, ты сделала это умышленно? Да, умышленно. Ах, вот как? Ах, вот что? Композитор! Спекулянт, а не композитор! Вот кто! Га-га-га! Ох, ты девчонка! Вон отсюда! Вон из оркестра! Вон! Самородок! Я? Вон! Дрянь! Чтоб ноги твои не было! Успокойтесь, Виталий Аркадьевич! Вон отсюда! Успокойтесь, Виталий Аркадьевич! Вон! Вон! Рыбу солить! Успокойтесь! Ах, ты дрянь! Девчонка! Испортить мой атомный боевик? Ай-яй-яй-яй, как она вас подвела, эта девчонка? Это вам наука? Уничтожу! Уничтожим, Виталий Аркадьевич. Уничтожим, Виталий Аркадьевич. Вы мне обещали характеристику. Вы знаете, я перехожу в цирк. Тащите ее сюда! Ну, живо! Сейчас! Сейчас, 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 сейчас. Я ей покажу. Добрый вечер, маэстро. Ну, это ты. Я занят. О, ничего. Я подожду. Ваня, давай мира! Ребята, неприятность. За плохое поведение в зале всем по три наряда вне очереди. А мне четыре. Ладно, 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 ладно. Собрание проведем на губе. О, третий звонок. Полный врал! Давай! Давай! Дорогу! Осторожнее, Вася.
Я тебя от физической работы освобождаю. Грицак, возьми. Может, ты меня от творческой работы освободишь? Боишься? Кто, я? О, это то, что нужно. Улыбочка и побольше обаяния. Но только помни, Вася, что ты конферансье, а не кучер-катафалка. Моряк должен смотреть опасности прямо в глаза. Начинаем. Выступление. Вася, нежнее, мягче, мягче. И не забудь объявить, что руководитель танцевальной группы курсант Фарасюк. Ой. Вот тут мне подсказывают. И написали. А я своими словами скажу. И совсем о другом. Вот я сейчас вместе с вами на сцену смотрел. И вспомнил про лягушку. Сказка такая есть. О том, как злой волшебник хорошую девчину в лягушку превратил. Так вот, я хочу сказать, что и у нас есть еще дуры девчины, которые позволяют, чтобы их в лягушку превращали. А волшебник я тоже скажу. Наше искусство, товарищи, оно чистое. Наши артисты по всему миру ездят. Им и в Америке, и в Париже, и в Вене аплодируют. Но есть другие артисты, заезжие гастролеры, кажется, так, кого-то оскорбляют. Всякую дрянь нам все поют, играют. Мало того, они хороших талантов. Давай, Вася. Я вот советую некоторым, которые своими руками парус под поганый ветер ставят, опомниться, ехать домой, а не плясать под чужую дудку. Все! Пляс. Восьмой вал. Я девятый. Ей билеты на все четыре стороны. Вынимай. А вот я не поеду. Все равно не поеду. То есть как? А вот так. Послушайте, дорогая, ну какая же вы артистка. Виталий Аркадьевич глубоко в вас разочарован. Я в нем тоже. Маэстро без вас проживет. Проживете ли вы без маэстро? Проживу. Вот и прекрасно. Аня, солнце, всего хорошего, я занят. Вероника, пошли. Я для тебя перелицую номер на злобу дня. Надо уметь ловить. Ну, ставку, я надеюсь, ты поднимешь, Виталий. Не нище. Сама доеду.
Выходим мы из гавани в моря далеких плавания. Прощай, прощай, маханная земля. Мы цілий світ обійдемо, та знов до тебе прийдемо. І чимо серце матері покличеш нас даля. Хай зіймається дев'ятий вон на морі, нам шляхи покажуть моряки. Стоїмо на батьки ми в дозорі, мерзнучі хлопці моряки. И на гастролях прогорели, и тут дымом запахло. А помнишь, как играли? Ла-дай, 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 ла-дай. Мы тут, девчата, как выйдет, хватаем. С позиции силы. Ой, девочки, девочки, не нравится мне все это. А что, если просто пойти поговорить? Ну да, так она тебя и послушает. А может, она другим ходом вышла? Мы ждем. Вы куда? Мне нужно видеть курсанта Василия Гордиенко. Гордиенко не ест, не пьет, по астрономии 2. В общем, как говорится, усох. Значит, страдает. Ну, а вы бы не страдали, Терентий Тарасович. Скажем, просыпаетесь рано утром. А ваши уважаемые супруги... Виолетта Ивановна. Виолетта Ивановна. Рядом с вами нет. А где же она? Под куполом цирка. То есть? На трапеции, с партнером в зубах. Извините, конечно. Пример. Резвые у тебя примеры. Виноват. Трави дальше. Ну, а что ж дальше? Я требую, чтобы вы меня пропустили. Мне необходимо... Ну? Гражданка, я вам уже говорил. Что еще? Здесь морское учебное заведение. Гляньте в иллюминатор. Она! Ну как же вам все объяснить? Мы с Васей из одного колхоза. Я его землячка. Ну посмотрите на меня, товарищ штурман. А? Активная барышня. Артистка. С такой еще, смотри, неприятности наберешься. Позвольте отвадить ее от училища и от курсанта Гордиенко раз и навсегда. То есть? Ни в коем случае. Отрезана. 7 раз отмерь. Доведешь. А дружба? Но только тактично. На высшем уровне. Крицак, на дверь. Увидишь Гордиенко, бей по лундру. В чем дело? В шляпе. Пока вы тут травите баланду, артистка под окнами штурмует мореходку. Ой, ты куда? На небо. Правильно. Ну, правильно. Двойка по астрономии в наше время. Это ж просто смешно. Каждые полгода спутник и ракета-носитель сбоку. Прошу, располагайся, устраивайся, изучай, пари. Кстати, остерегайся созвездий женского рода. Остриж. Молчу, молчу. Великим ученым великая тишина. Коперник. А нам, грешным, грешные дела. А я требую, чтобы вы меня пропустили. А я вам говорю, что нельзя, нельзя, все. Дайте тогда жалобную книгу. Вот. Он увидел вас через окно? И просил вам передать. Да? А больше ничего? Ничего. То есть он еще сказал несколько слов, но, понимаете, я не решаюсь. В общем, он сказал попутного. Извините, но я же не виноват. Я только почтальон. Я готов в любую минуту передать телеграмму клиента.
Но если клиент грубиян и не понимает чувств женщины, так... Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Попутного. Извините. Сколько она из маски крови выпила, кошмар! Меня выгнали. Ты мне это как месткому говоришь? Или так себе? Не знаю. Добрый вечер. Добрый? Шутить задумала. Говори, зачем пришла. А вы на меня не кричите. Полы вымыть. Полы вымыть. А не разучилась? Чудная ты, ох и чудная. Нет, Савва Петрович, я не чудная, я дурная. Дурная. Ну вот как я жила? Только по-своему. Казалось, что лучше всех. Разве это правильно? Да. И ничего мне не было жалко. В конторе работала, на рыбзаводе, на шаландах ходила. А надоест брошу, и ни капельки не жалко. И это верно, по-вашему. А вот ходили мимо нашего поселка теплоходы. Россия, Грузия, Победа. Все в огнях, музыка. А мне казалось, будто моя жизнь проплывает мимо. А я как дура около рыбы. Вот так-то. И платье мне нравилось. Еще сегодня нравилось. И ходульки эти. И глупая моя песня. Га-га! А сегодня вдруг поняла. И Вася на меня из публики так посмотрел. Так посмотрел. Потому и петь перестала. Стыдно стало. А домой не могу. Засмеют меня. Дела. Не помощник я тебе, милая. Выбил меня Амельский из седла. Выбил. Медуза вы. Медуза?
товариш закохався, ну просто як в кіно. Він з якоря зірвався, а я пішов на дно. Ну а він такий сякий кірпатий, мусить завжди знати, від кохання не страждати, є такий морський закон. Пропав тепер товариш, ой, дівчино дітка, чого ж ти воду вариш із хлопця моряка? Ну а він такий сякий кірпатий, мусить завжди знати, від кохання не страждати, є такий морський закон. Вони смішні обоє, шукаючи судьбу, за дружбу я постояв, потрапив у біду. Дірі-ям, дарі-дірі, дірі-ям, дарі-дарі-дарі-дам, дірі-дірі-дірі-ля-ля, дірі-ям, дарі-дарі-дарі-дам, дарі-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 
Тридам, тири-дири-ти, дайрам, дириям, тири-дири-дириям. Ай, я, тридари-дари-дам, тирида, дириям, дири-дири-дири, тайрам, дириям, дири-дири-дири-дам, тиридам, тиридам, тири-дири-дириям. Вам кто-нибудь нужен из курсантов? Ага. А кто конкретно? Гордиенко. А кем же вы ему доводитесь? Землячка. Землячка. Понимаете, Гордиенко их терпеть не может, землячек. Была тут одна, так он с ней так грубо обошелся. Так что вам все-таки лучше уйти. Ага. Землячка. Тирам, тирили, там, тирим, тирам, тирам, пампайрам, тирам, парам, пампайрам, пампам. Что там? Да ничего. Ты где же Вася-то? Да нет, это там Вася. Да что с тобой? Где же Софийка? Он ее видит не хочет. Да где же она? Прощай, толстокожий. Прощайте. Не поминайте лихом. Дорогие друзья, милости просим к нам цирк. Даем в этом сезоне прекрасные номера. Сожжение женщины, медведи на велосипеде, соло на барабане, я. Справку дайте для колхоза, если выгнали. Как выгнали? Как? Почему? Почему? Ага. Потому что я уволил ее. А меня не спросили. А правда, как же это можно без месткома? В моем оркестре нечего делать. Ах, Виталий Аркадьевич, в том-то и беда вся, что оркестр не ваш, а государственный. Она останется в оркестре. Я буду работать с этой девушкой. Мы запоем настоящую, не вашу музыку. И меня поддержат, товарищи. Верно? Правильно. Конечно, верно. Это что же? Дуэль? Дуэль. Репетировать? Репетировать? Каждый день репетировать. Поняла? Поняла. Так. Я тебе
тебя посажу на хлеб и воду. Под замок. Иди сюда. О, устраивайся. А когда начнем репетировать? Сегодня. И сейчас же. И без конников мне. Ну, какие конники? Я твои штучки знаю. Медуза. Я тебе покажу. Коперник, ты что, заснул? Отца. Ты знаешь, она приходила сюда. И больше не придет, я ее отвалил. Что? Позарастались стежки, дорожки, где проходили. Милого ножки. А тебя кто просил? Гордиенко, Поросюк, Нарин. Ой. Вася, думай. Все-таки думай, Вася. Кто тебя просил? Я же не в форме. Кто просил вмешиваться? Помни о моей слабой физической прости подгрешке. Разойдись. Тюк. Ой, где Тюк? Спасибо. Вась, с глазу на глаз поговорим. Вась, ты меня видишь? А, ты меня не видишь. Вась, ну хорошо. Ну, я виноват. Но ты же меня стукнул. И, в общем, прилично. А кто тебя просил вмешиваться? Ты думаешь, что она во всем виновата? А может, я во всем виноват? А может быть, я во всем виноват? Царапина. Вась, ну что ты на меня смотришь? Вась, давай я вас помирю сегодня. Она живет около клуба металлистов. Не хочу я видеть ни тебя, ни ее. Я не буду ни слова писать. А ну, айда домой, друзья. Спасибо, Слава Петрович. Гарно письмо написали. Спасибо, друзья. Голубой трамвай. Виталий, ну зачем я буду репетировать? Ты же знаешь, народ любит Веронику Олевскую. Ты забываешь, что твой партнер живой гусь. Птица, так сказать. Он может подложить нам свинью. Ну, рассказывай. Влюбилась. И любовь несчастливая. И нечего смеяться. Сани в этом виноваты. Я? А кто меня сюда привез? Вы и ваша Невский, а Вася? Вася, ты меня теперь даже не видеть не хочет. Вася? Какой Вася? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Рассказывай. Полюбуйся, Вероника, какую встречу нам готовят моряки. О, нас ждет колоссальный успех. Да. Вася, если ты хочешь топиться, так море внизу. Вася,
Вероника, как голос? Вася, ведь я же организовал концерт для твоего счастья. Вася, повернись к гостям лицом, это же неприлично. Вася! Вася! Я тебя все равно догоню. Ну, хочешь, я вас помирю? Но ведь я же во всем виноват. Ах, какой моряк пропадает. Товарищ, ну давайте, сколько можно. Ну, что там? Где она? Ты ее видишь? Чего молчишь? Курсант Фарасюк, мы с вами знакомы. Попутного. Но если можно, забудьте это знакомство. Тысячу извинений. Ой. Только коротко, вы мне надоели. Коротко, пожалуйста. Мой друг Вася пропадает. Весь экипаж переживает. Здрасте. 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 Тысячу извинений. Но когда вы приходили к нам в мореходку, я вас обманул. Я все наврал. Правда? Посмотрите на меня внимательно. Разве я похож на лгуна? Ну вот. А теперь посмотрите на фор Бомбрамрею. Вы увидите Васю. Он сидит такой бледный, как будто на него идет, ну, по крайней мере, 9-й вал. Да? Угу. Ну, хорошо, я посмотрю. Пожалуйста, осторожненько. За шлюпочку. Бедняга. Вы, моряки, суровый народ. Бури, штормы, романтика. Правда, у него жалкий вид. Что такое? Кошмар. Этого мальчика ни на секунду нельзя оставлять одного. Мы, мастера эстрады, посвящаем этот музыкальный номер успехам птицов! Щипните меня. Может быть, я в Кейптауне? Импортный мотивчик. И мою песню пою лебедину, прошу купить квиток. Тут все-все-все играет, прошу забудь весь свит. Товарищи, товарищи, мы сейчас вам показали пародийный номер. Образец пошлой музыки и пародия! Я пародия? Прошу. Она пародия? Товарищ, товарищ, это же колхозная тематика. Чего вы смеетесь? Вы ничего не понимаете в музыке? Я буду жаловаться. Я залезу до адмирала. Слышите вы?
Тише, полудра! Вы еще попоете, попляшете. Да, да выкиньте этого партнера. Спасибо, большое спасибо. Чуть не лопнул от смеха. Большое спасибо. Вы еще у меня будете кукурекать. Я вам покажу. А теперь, дорогие друзья, настоящая песня. Воспитанница художественной самодеятельности Софийка Шагайда. Проводите артистов на берег. Ясно? Ясно. Увольнение до 24. Есть. Вася, я не гадалка, но думаю, что ты можешь опоздать сегодня на борт. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо большое. От души вас благодарим. Спасибо. Вам тоже спасибо. Значит, все правда. Что правда? Ну, то, что в песне пела. Будем мы встречаться и не будем знаться. А у меня сегодня увольнение до 24 часов. Да. Thank you.
Опять удерет. Иду, у солнца на выду, уже выходит и нам встречать и радость и любовь. Сейчас, безумно, она на сцене, сейчас или никогда. Я дочка моряка, нас покидает пока, значит, идем в ста. В гости, в полноте, завжди встретить у пути, назывли на воде. Сейчас или никогда. Я иду, у солнца на выду, дружи выходит и нам встречать и радость, и любовь, я светлый день, я счастливый песы. Я від роду такий, і веселий, і простий, бо я хлопець морський. Сухопутна любов виглядав мене і знов, і з гої відібрав.